Мы сейчас с вами на площади Сент-Джеймс, Ватерло Плейс. Это вообще место очень интересное. Вот перед нами памятник Эдварду VII королю. Монумент Эдварду VII, рекс-император 1901-1910 год. Император на коне. Впереди меня, я сейчас вот двигаюсь в сторону мемориала, посвященного Крымской войне. Вот видите табличку на доме Waterloo Place. Вот площадь с монументами. Вот мы на углу Waterloo Place и Палмал. Впереди вон Трафальгарская площадь. Совсем скромненько по людям, по машинам. Мемориал, посвященный Крыму. Я сейчас обойду его. Сниму просто по кругу, а в описании к этому видео я поставлю историю. Вот стоят военные в папахах. Севастополь. Альма и Керман, Севастополь наверху написано. Память о 2162 офицеров. Вот мемориал окружен вот такими, видите, столбиками. Это означает собственность королевскую. И вот так он выглядит в общем комплексе. Вот такие красивые здания, видите, со статуями, находятся на этой площади. Я подошла посмотреть, что это за дом. Не написано. Ну, совершенно точно, что здесь все, что находится на этой площади, это королевская собственность. Все вот эти вот здания. Вот у этого красивого. Смотрите, какой красивый дворик. Вот у этого не менее красивого дома. Памятник летчику сэр Кейт Парк. 1892-1975. Аэро шеф маршал. Главный воздушных сил. Монумент Франклину. И вот смотрите, какой красивый барельеф
Совершенно, да? Красиво, похороны его. На углу площади находится памятник Джон Фокс Борджойн, фельдмаршал. Напоминаю, мы на Waterloo Place. Так, ну вот здесь памятник спрятался в деревья. Наверное, плохо будет его видно, к сожалению. Это Роберт Фалькон Скотт, капитан королевской армии. Вот такие латунные фонари. Красивые исторические на площади. Народу, как видите, скромненько. Скромненько. Сзади меня Сент-Джеймс парк. Пока-пока.